Всем привет, с вами Белобаза. Сегодня мы хотим поговорить о каретках и об основных вопросах, связанных с их обслуживанием и эксплуатацией. Итак, начнем. Очень часто к нам в мастерскую приезжают велосипедисты и просят обслужить велосипед и почистить и смазать каретку. Да, действительно, каретки, которые нужно чистить и смазывать регулярно, существуют. Это дешевые или очень старые каретки на насыпных подшипниках. Выглядит она так. Вал, на валу насыпной подшипник обычно в обойме и упорная чашка для него. Эти каретки ставятся на самых-самых-самых дешевых велосипедах, либо же велосипедах, которым лет 25-30. Эти каретки действительно нужно обслуживать, чистить. В них постоянно попадает грязь из-под сидельной трубы. И еще у них постоянная проблема в том, что они немножко раскручиваются и начинают люфтить. Такие каретки действительно можно перебирать. Их даже нужно перебирать, при этом это делать часто, потому что грязь летит постоянно. Но мы не рекомендуем такие каретки использовать в принципе. Из-за того, что они постоянно раскручиваются, их постоянно нужно регулировать, и катание с такими каретками обычно приносит только негативные эмоции. Люфт и какие-то скрипы и посторонние звуки никому не приятны. В нашей мастерской мы рекомендуем переходить на каретки картриджного типа. Эти каретки от предыдущих отличаются тем, что у них установлены промышленные подшипники, и они жестко запрессованы на каленый вал. Эти подшипники отличаются тем, что у них с двух сторон, с обоих сторон, они закрыты резиновыми уплотнительными кольцами, чтобы туда не проникала лишняя грязь и пыль или влага. И внутри они забиты смазкой. Эта смазка рассчитана на весь срок службы подшипника, поэтому никакого обслуживания для этих кареток не нужно. Эти каретки при нормальной установке, при нормальной эксплуатации, если вы не заливаете ее, например, керхером, ходят достаточно долго. Особенно в случае того, что если вы ставите какую-нибудь брендовую каретку, например, Shimano, то подшипники в таких каретках достаточно качественные, что, естественно, продлевает срок беспроблемной службы этих кареток. Итак, основные плюсы этой каретки в том, что это закрытый корпус, туда не проникает влага, пыль, какая-либо грязь летящая. А следующий плюс в том, что эта каретка не требует обслуживания. А также плюс, что она не требует никаких настроек или регулировок. Просто поставил каретку и поехал. Также плюс таких кареток то, что вам не придется менять шатуны. И ваши шатуны под квадрат отлично встанут на картриджную каретку. Но у этой каретки есть также минусы. Первый минус то, что она тяжелая относительно современных типов кареток. Следующий минус в том, что система под квадрат, ну, можно сказать, она, конечно, самая популярная, но она очень старая. И для агрессивной езды она подходит не очень хорошо. Дело в том, что каленый стальной вал при больших нагрузках начинает развальцовывать ответную часть алюминиевого шатуна. Из-за этого у вас каретка с шатунами начинает люфтить. Также может произойти, даже если вы не агрессивно катаетесь, а просто шатуны низкого качества, либо если шатуны не были достаточно затянуты болтами к каретке. Эту проблему решают другие картриджные каретки, системы Octalink и системы Isis. У них вал уже с большим количеством упоров, и такие шатуны гораздо сложнее развальцевать или испортить. Эти каретки уже рассчитаны под агрессивное катание, но такие каретки тоже вымирают. На новых велосипедах вы их уже не встретите. В общем-то, этот стандарт уже, можно сказать, мертв. Что Octalink, что Isis. Теперь перейдем к следующему варианту кареток, который решает минусы предыдущего. Это так называемые каретки с выносными подшипниками. Подшипники здесь находятся уже не внутри кареточного стакана, а снаружи. Вот, собственно, вот здесь. Эти каретки легкие, с промышленными подшипниками, причем увеличенного размера, рассчитаны под
интегрированный вал в шатунах. За счет этого вся система в сборе получается значительно более жесткой на скручивании. Вот, собственно, так выглядит эта система. У этих кареток, ну, на данный момент особо нет недостатков. Это лучший вариант, что можно поставить велосипед. Это позволит вам сэкономить вес велосипеда, кататься агрессивно. В случае перехода на такой тип кареток с каретки под квадрат, вам придется также покупать новые шатуны с валом. Стоимость каретки и системы такого типа выше. И это основной недостаток. Следующий тип кареток – это безрезьбовые каретки, так называемые каретки пресс-фит. Они отличаются тем, что они не вкручиваются в стакан, а запрессовываются туда. Это позволило производителям удешевить производство рам за счет того, что не стало необходимости нарезать резьбу в кареточном стакане. Эти каретки всегда предназначены под системы с интегрированным валом, но в отличие от предыдущей каретки, подшипники здесь находятся внутри кареточного стакана, и кареточный стакан просто больше по диаметру. Этот стандарт пришел к нам из шоссейного велоспорта, где шла постоянная гонка за жесткостью на скручивание и уменьшением веса. Такие каретки действительно немножко легче, чем каретки с выносными подшипниками. Если эта карета весит 80 грамм, то это примерно 60. Незначительная разница. Следует заметить, что такие каретки встречаются только на велосипедах высшей ценовой категории. И просто так, если вы хотите перейти на такой тип кареток, у вас это не получится. Рама должна подразумевать собой стакан под пресс-фит каретку. Но и у таких кареток есть свои недостатки. И главный недостаток этих кареток в том, что их можно поменять ограниченное количество раз на какой-то одной конкретной раме. Из-за того, что каретки эти запрессовываются, они при каждой запрессовке или распрессовке немножко развальцовывают посадочное место под стакан, и с каждым разом каретка будет ходить в стакан все проще и проще, и автоматически это будет обозначать, что держится она все хуже и хуже в этом самом стакане. Также эти каретки подвержены хрустам. Хруст в такой каретке может происходить не из-за того, что каретка уставшая, а из-за того, что запрессовано было немного кривовато или как-то не так пошло при запрессовке, и сама чашка каретки начинает хрустеть в кареточном стакане. Если в карбоне, кроме некоторых случаев, обычно стакан под пресс-фит каретки это вклеенная алюминиевая трубочка, которую, в принципе, можно заменить, старую убрав и вклеив новую, то в алюминиевых рамах с пресс-фит каретками эта проблема практически нерешаема. Также есть карбоновые рамы, в которых нет алюминиевого стакана и подшипники прессуются прямо в карбон. Там проблема решается вклеиванием еще одного слоя карбона. Очень часто, когда вы обвиняете свою каретку в причинах посторонних звуков в вашем велосипеде, на самом деле оказывается, что это не она. А, например, хрустит подседельный штырь в подседельной трубе, хрустят рельсы седла, хрустит рулевой стакан. От попадания каких-либо песчинок туда, куда они попадать не должны. Либо же даже может хрустеть треснутая рама. А в подвесах причин для хруста еще больше. Например, линки и подшипники подвески. В таком случае стоит осмотреть разные узлы велосипеда более внимательно. В случае, если вы решите производить обслуживание кареток самостоятельно, вам придется обзавестись некоторым набором инструментов для кареток. Стандартов кареток много, и поэтому вам нужно будет определиться, какой именно инструмент подходит к вашим кареткам. В случае, если ни один из стандартных съемников вам не помог, в этом случае существует универсальный съемник – болгарка. Впрочем, после него не факт, что вам удастся поставить каретку обратно. А на сегодня все.
С вами была Велобаза. Всем пока.